Здравствуйте, меня зовут Елизавета. Здравствуйте. И в моей семье по женской линии передается такая болезнь, как рак. Как я могу избежать этой болезни? Так, стоп, какой рак? Рак груди и был рак желудка. У кого был рак груди? Мамы. В каком возрасте? 40-43. Так, ну мама в 40 лет имела онкологию груди. Это значит, что лично у вас шанс рака груди повышается вдвое по сравнению с любой другой женщиной. Просто по определению. Но вдвое это если у вас нет так называемой генной мутации под названием BRCA. Это первые две буквы от двух слов. Breast cancer, рак груди. Потому что если это есть, вот тогда шансы повышаются многократно. Вы должны не курить. Вы должны быть очень осторожны с эстрогенсодержащими препаратами. И начинать проверять по закону. У нас начинается делать маммография по правилам 45 лет, как во многих других странах. Вам надо начинать на 5 лет раньше, чем был рак у мамы. Если он был 43, значит, вам надо начинать с 40, даже чуть раньше. И уже наблюдаться более плотно. То есть не как всем, а вы в особом положении. Спасибо. Угу.